И снова всем здравствуйте, друзья мои! Снова мы с вами вместе на моем канале. Я надеюсь, что у вас все в порядке. Я надеюсь, что вы все здоровы. И хочу сегодня вам показать те свои не попавшие видео о Португалии и о том, чем Португалия отличается от Англии, как здесь отдыхают англичане. Но то есть все опять немного связано также и с Англией. Я думаю, что это как раз видео сейчас, почему я решила вам показать именно побережье Португалии, Портимао, в котором я была в январе месяце 2020 года. Я была там всего неделю, отдыхала. Кто интересуется побольше немножко посмотреть, в каком отеле я отдыхала, почему я поехала в Португалию, я скину опять вам ссылочки вверху в правом верхнем углу. Ну, а сейчас я думаю, что вам немного скрасит ваше пребывание в квартире вот такое очень-очень интересное видео моей прогулки вдоль Атлантического океана, самое западное побережье Европы. Кому понравилась моя прогулка такая, пожалуйста, пишите, что вы думаете по этому поводу. Даже если это было в Португалии, а не в Англии, и если это было в январе месяце, а не сейчас, я думаю, все равно нам будет с вами очень приятно смотреть на волны, а не то, чтобы просто я вам что-то снимала в своей квартире. Ну, также, кстати, я и немного вам покажу в конце видео и свою квартиру, и то, что я здесь сделала в квартире, немного преобразовала кухню свою. Итак, друзья, начинаем просмотр. Это моя кухня, немного преобразованная. Если кто-то помнит, то я заменила возле плиты вот там всю свою плитку когда-то, старую такую желтую с белым. Я ее заменила вот на такую миленькую, очень-очень, я считаю, что симпатичную. И кухня моя, как вы видите, немного преобразилась и стала уютнее. И также я здесь зеркало убрала. Если кто-то помнит, это зеркало у меня было из ракушек, такое большое здесь висело. Ну, я решила также немного изменить дизайн и сделала вот из такой же пленки. А это я так и свою столешницу преобразовала. Если помните, у меня там были очень мелкие, некрасивые здесь, все уже почерневшие практически плитки. Я хотела их вообще снять с поверхности, но потом решила просто сделать новую свежую поверх той старой плитки. Мне кажется, что получилось довольно-таки неплохо и уютно. Кухня стала выглядеть практически как новая, абсолютно. Все преобразилось и в цвете, и в том, как я себя теперь на этой кухне ощущаю. Мне очень-очень нравится мой новый дизайн. Тут, как говорится, и чем не займешься, когда особенно нечего делать и сидишь в квартире. Я, если желаете, могу вам показать также свои поделки, но это уже, наверное, будет в другом видео. А сейчас мы с вами идем в Португалию. Волны, казалось бы, небольшие, но очень они шумные и очень далеко добивают. Ну вот показываю вам, вот смотрите, да, пляж. Вот, ну там волны, конечно, огромные. Туда как-то даже, наверное, страшно и идти. Я сразу, знаете, вспоминаю Марокко. Как интересно. Я совсем недавно вам показывала Марокко. Кто смотрит мои видео, тот помнит берег марокканский. Я там была, по-моему, в 2016 году. Вот как-то, если не ведешь дневник, то можно и ошибиться с датами. Так все как-то
катится, катится год за годом, все запоминать невозможно. Но вот я гуляла там как раз тоже по длиннющим марокканским пляжам. Это Агадир, и еще там несколько мест, как они называются, уже с трудом могу вспомнить. Эти деревушки рыбацкие там, и тоже очень много серфингистов. И это был декабрь, конец декабря, середина декабря. И вот тоже такие волны. Я даже там несколько раз купалась. Такая вода для меня, для северянки. Когда заходишь, то кость не ломит, как у нас в Белом море, да? Поэтому можно некоторым купаться. Но здесь я вот сколько хожу уже третий день, я купающихся не вижу. И что еще хочу сказать? Идти далеко, трудно. Трудно, когда идешь далеко по воде, потому что мелко-мелко-мелко, потом тебя может вот этой волной ударить, сбить. И не знаю, как-то страшновастенько. Песок на пляже довольно чистый, мелкий такой, на ракушек практически нет. Но вы знаете, он не белый, бывает, конечно, песок намного белее и красивее. Вот я хочу пройти вот в ту вот пещерку. Видите, это такая пещерка, но там надо замочить ноги водой. Не знаю, попробую прогуляться с вами. Весь этот пляж, он, видите, вот камни, обрыв и, как ни странно, чистый песок. Такой вот довольно интересный рельеф. Сама Португалия, она вся очень гористая, гористая местность. Вот еще один такой грот в этом огромном камне, в огромной скале. Но здесь, видите, написано аккуратней, камнепад dangerous. Сейчас вот камера темнеет, хочу показать вам наверху. Видите, как нависают эти камни, упасть может в любой момент. Как-то боязно мне, не рискую я снимать обувь и идти туда мочить ноги. Даже вот это вот красивое место с гротом что-то меня не вдохновляет, вы знаете. Что вы должны сделать обязательно, когда вы прибываете в Португалию? Ну, конечно же, весьма желательно, чтобы вы посетили вот этот мыс Рока, самую западную точку, отметились там, что вы были вот на такой знаменательной точке, самый западный мыс европейского континента. Но еще, что можно сделать гораздо проще, и в любом городе Португалии вы должны попробовать самое вкусное пирожное здесь, португальское, которое называется Pastel de Lota. Если я правильно говорю, Pastel de Lota. Вообще Португалия тоже славится своей кухней и, в частности, своей кулинарной выпечкой вот такой вот. В любое кафе, наверное, вы можете зайти, заказать себе чашечку крепчайшего кофе. Кофе здесь от 1 евро, но сразу предупреждаю, чашечки очень маленькие. И вот так вот залпом пить его никто здесь не пьет. Его пьют мелкими глотками, по чуть-чуть. Но в основном, наверное, они используют кофе эспрессо. А я каждый день гуляю здесь по пляжу, ну и по набережной Эспланейд. И вы знаете, постоянно я встречаю английские пары. Вот это для меня очень интересно. Англичане путешествуют повсюду. И, конечно же, так как они любят поговорить, а я тоже всегда затрону и зацеплю поговорить. И мы иногда разговариваем по 5-10 минут. Слава Богу, что я понимаю и меня понимают. Хотя вот многие говорят, что английский язык у меня никудышный и произношение плохое. Ну, не знаю, меня устраивает. Так вот, эти англичане, они здесь, ну, тоже такие пары, уже 50+, скажем так. И они говорят, что приезжаем каждый год. Многие караваны используют вот эти вот машины такие, автомобили передвижные на колесах.
Многие путешествуют так же, как я, но только на более длительный срок. Так вот, они все говорят в один голос, что очень нравится им Португалия, чем-то даже напоминает Англию, климатом своим, только намного теплее и намного солнечнее. Ну, и вот они говорят, что никогда ни за какие коврижки они бы не приехали сюда летом, потому что такая погода, 40 градусов, очень тяжело. Вот они приезжают зимой. Говорят, что самый лучший месяц – это октябрь. Вот возьмите себе тоже на заметку, кто, может быть, захочет когда-то посетить Португалию. Почему октябрь считается самый лучший месяц? Они мне тоже объяснили. Потому что температура не поднимается, температура воздуха не поднимается выше плюс 25. 22, 23, 25 в октябре. Но и вода точно так же, 22, 23. Самая теплая вода весь октябрь держится. Вот она нагревается все-таки за это знойное, жаркое лето. И она держится 22 градуса. Вполне приемлемо. То есть в октябре месяце это бархатный сезон. По Португалии вы можете и купаться, наслаждаться океаном, и заниматься серфингом, кто хочет. Ну и также загорать, конечно, в вполне нормальной температуре, не умирая от жары. Я все-таки рискнула зайти в воду. Но вы знаете, что вода холодная. Это не плюс 15. Вот я зашла совсем-совсем здесь. Просто, видите, чтобы мне помочить немного мои ноги. Даже по щиколотку ой, мама, вы знаете, ломит очень сильно сразу ноги. Очень сильно ломит кости. Нет, здесь гулять вот так вот босиком не получится. Я хотела, конечно, понимаете, почему разулась? Ну, потому что хотела зайти туда в грот, пройтись с вами вместе. А во-вторых, я же ищу вот эту вот ракушку. Послание Вселенной. Послание Вселенной. Она у меня есть. Мне ее подарили. Я вам ее показывала. Но я хочу же и сама найти все-таки, чтобы Вселенная дала послание и мне. Но вот сколько гуляю. Хотя я, конечно, под ноги не смотрю особенно. Но найти все равно не могу. Вот эти волны вдалеке, посмотрите, как они сильно разбиваются о скалы. Брызги во все стороны. И вот я вспомнила, на Канарских островах мы когда были в Тенерифе, то там уже вот такие волны. Казалось бы, они не очень высокие, вот понимаете, но уже вывешивали красный флаг, что плавать нельзя, купаться нельзя, потому что в море океан неспокойный. Океан – это не море, открытый океан – это, как вы понимаете, огромная сила воды. И вот здесь сейчас я смотрю то же самое. Но у нас, слава богу, не пляжный сезон, конечно, сейчас, но понимаете, что волны огромные. Они как-то не очень ощущаются, когда вот открытое просто пространство, ну, поднимается такой гребешок. Вот видите, он просто падает, медленно катится на берег. Но если мы посмотрим вот там, как сильно бьет волна об эти невысокие скалы и с какими брызгами разлетается в разные стороны. А, как я уже говорила, каждая пятая волна очень сильная. Потом идет спад небольшой. И потом опять пятая волна идет очень сильная. А давайте понаблюдаем, последим, так ли это на самом деле. Вот у нас, по-моему, только что была волна такая с огромными брызгами. Вот сейчас, когда еще набежит такая волна, посмотрим. Это, по-моему, еще только третья. Мне замочило уже даже мои коротенькие
Бриджики. Вот она идет, смотрите. Большая пятая волна, вот она. А, да, заметили? Ну, я прервала немножко камеру, но потому что они очень медленно идут, эти волны. Но тем не менее, вот можете посчитать, именно пятая волна будет вот такая опять огромная. Я это знаю, потому что я захожу в воду, даже вот при таких больших волнах. Иногда бывало, меня сбивало с ног, потому что, знаете, что уже я не настолько молодая и энергичная, как я себе думаю. А я о себе думаю, что я все еще вот такая прыткая, сильная, молодая. И было однажды, что я побежала в эти волны купаться, и меня так сбило и закрутило, что ой-ой-ой. В общем, было смешно. Хорошо, что не ударило ни обо что. Но все равно я не каюсь, как говорится. Опять я иду, пробую еще, еще и еще. И поэтому я знаю, что нужно успевать между вот этой вот большой волной. Успевать заходить и выходить, когда волны маленькие. Полностью все измочат. Я пока не готова купаться здесь в такой ледяной воде. Сейчас у меня, конечно, ноги немного попривыкли, но все равно вода очень холодная. Все скалы по-разному выглядят. Вот там опять, видите, смотровая площадка наверху. Вот. Ну а здесь, конечно, они такие одинокие, эти высоченные камни, здесь только птицы.